23 февраля свои особенные подарки готовят и тюменки. Самые продвинутые радуют не только мужчин, но и себя любимых. Покупая что-то по кредитной карте, можно вернуть часть денег от потраченной суммы. Наталья Жукова точнее. Любовь к картам стала одной из финансовых тенденций минувшего года. Речь о кредитках. Именно к ним банки зафиксировали рекордный всплеск интереса в 2018-м. Количество денежного пластика выросло на 40%. Специалистов это не удивляет. Кредитные карты обладают несколькими преимуществами. Во-первых, они намного компактнее, чем кошелек с наличными. Во-вторых, при потере карты можно вернуть денежные средства, заблокировав карту. А самое главное, у кредиток есть функции, которыми не обладают наличные. Например, кэшбэк, что дословно переводится как «возврат денег». А значит, умный пластик поможет вернуть своему владельцу часть от потраченной суммы. Обычно размер кэшбэка и категорию, по которой будут возмещаться расходы, определяют банк. Но есть и исключения. Банк «Восточный» предлагает изменить правила возврата денежных средств с помощью карты кэшбэк. Клиент сам выбирает, за что он возвращает средства до 10% от потраченной суммы. Автомобилисты оценят категорию «за рулем». Для тех, кто любит кафе и кинотеатры, оценят отдых. Также есть возможность возвращать потраченные средства от ЖКХ с помощью карты «Тепло». Тем, кто любит шопинг в интернете, понравится опция «Онлайн-покупка». Если же хочется всего понемногу, возможен и такой вариант. Менять категорию можно каждый месяц в интернет-банке. Кредитки позволяют самому выбрать, как распоряжаться деньгами. И если не хватало именно этого, стоит обратить внимание на карту «Кэшбэк» от банка «Восточный».